За кубок новой волны по пляжному футболу сражались две команды – звезд российской эстрады и организаторов фестиваля, и сборная молодых исполнителей. В Сочи футбольная встреча уже стала традиционной. Ежегодно турнир проходит в дни проведения конкурса «Новая волна». Меняются лишь участники. Прекрасное настроение, хорошая погода. Я думаю, что сегодня максимально будет много позитивного настроения для всех, и для тех, кто смотрит, для тех, кто играет. На песчаном поле развернулась настоящая битва за победу. На третьей минуте ворота молодых исполнителей был забит первый гол. На трибунах скандировали многочисленные болельщики. Каждый из них поддерживал своего кумира. Отлично, просто супер происходит. Весь матч просто на нервах. Мы ждем, когда будет второй, третий гол. Сегодня болею за звезд нашего шоу-бизнеса. За них. Молодцы, хорошо играют. Короткий перерыв и снова на поле. Состав команды организаторов фестиваля пополнился новыми игроками. Футболисты продолжили в ворота соперников забивать голы. На протяжении второго тайма их было так много, что судья не успевал их фиксировать. Исход игры уже 6-1. Они нам показывали, что теперь пощады не будет. Надо добивать, уже ставить окончательную точку, там 20-1 или 21-1. Слава богу, что не сухой счет, они как-то смогли после моего выхода с поля все-таки один нам гол забить. Но я надеюсь, что это последний с их стороны нам. Впрочем, победа в этом турнире не так значима. Гораздо важнее заряд бодрости и энергии. Проигравших здесь не было, победила дружба. Но отдохнуть после такой напряженной игры артистам и конкурсантам вряд ли удастся. Уже вечером предстоит очередной волнительный выход на сцену концертного зала New Wave Hall. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.